Подожди, пополнить алмазовый Free Fire. Сайт донатов.нет тебе в этом поможет. Здесь ты можешь приобрести любое количество алмазов по самым низким ценам. Алмазы приходят максимально быстро и не нужно ждать часами, чтобы вам пришли алмазы на аккаунт. Помимо Free Fire вы также можете донатить и в другие игры. Забудьте про передачу аккаунта, все пополнения только по ID или UID. Также вы можете пополнить баланс Steam или PlayStation. Но если ты хочешь обновить свой игровой экспириенс, донатов.нет запустил конкурс на 2 Steam дека и более 50 тысяч декоинов, где для участия достаточно нажать на одну кнопку. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Донатить в игры снова просто, ведь с донатов.нет донат есть. Ссылка в описании. Вещи вот оценка от 0 до 10, ты минус. Твоя королевская битва. Если тебя оценивать твою игру от 0 до 10, минус 5. Азам, минуту назад, я не хочу тебя играть. Никуля, не терпи, скажи, что Азам тоже бот, и у него минус 5. Не, ну я тоже не говорю, что я идеально играю, там, что я супер игрок. Ну, хотя более-менее получается. У тебя ОС 15 в рейтинге. Ну, блин, на ОС я особо не смотрю, на средний урон. Как по мне, больше важно. Популярная зона высадки. Ну, да, конечно. Блин, я тоже не могу. Давай выполним челлендж, знаешь какой? Взял оружие. Взять топ-1 с геймером, типа. Да. Но это, мне кажется, невыполнимый челлендж. Как вы думаете, у меня получится взять просто топ-1? Брат, спаси меня, брат. Я 700 монет. Давай, я надеюсь, что у меня связи будут. А что случилось? Можешь пока рассказать? Они меня? Блин, где ты? К тебе сейчас фулл склад идет. Я одного убил. Ладно. Тебе фулл склад идет? Я одного убил, Герд. Мы же дуо играем, ты дурак. Тебе один идет, значит. Да это мы сейчас изи топ-1 возьмем, чекайте, просто идешь. Чат, на что спорим, что мы топ-1 возьмем? Чат, как вы думаете, мне кажется, мы ничего не возьмем? Не, мы возьмем топ-1. Есть. Навык еще не готов. У меня еще чел в упоре. Ну, никак уходит. 300 метров. Сможешь его убить? Тут не он был. Все, XM8 есть, у меня просто чекает, как надо нагибать. На квартиру играть. Ага. You know, understand. На квартиру не знаю, просто нормально играй. Не, мы без рофла чат сейчас выполняем челлендж взять топ-1 с геймером. Это невыполнимо. Go 3200 лайков. Go 3200 лайков. Друзья мои, это невыполнимо. Я знаю точно, да, невозможно, возможно. А каким возьмем? Ну, блин, не знаю, что-то маловероятно, я что-то не верю в это. Если мы возьмем, не надо говорить то, что это совпадение просто произошло. Это реально не, скид. Есть, не, если возьмем, то это круто будет. Почему я уже вижу по всем новостям. Gamer X впервые с Азамом взял топ-1. Ну, не впервые, конечно же, но долго мы не брали топ-1 с тобой. Потому что, в том году брали. Чтоб топ-1 брать, надо играть уметь. Поэтому, блин, я просто из себя сливаю. Понял. Еще не готов. Мне так кажется, почему геймер тогда, блин, у него стрим, Азам, он играет... Не понял вообще, брат, клянусь, я перезагрузился, когда твое сообщение прочитал. Мне потому, почему-то кажется, что геймер, когда, блин, у него стрим, Азама, он играет СВО. Что? Навык еще не я готов. Я на СВО играю? Ты... Это правда, что ты на СВО? Нет, я же с тобой стримлю. Я же Лионель Месси. То, что ты сам стримишь. Вот тут упор. Ха-ха-ха!
не умерла. Навык еще не готов. Нет, чат, это невыполнимый челлендж, который мы выполнили. Просто можете сейчас офигевать. У меня вопрос. Почему эта девчонка не умерла, когда я ей, блин, стрелял столько? Потому что она ждала, чтобы я ее убил. Все понял. Yes, sir! Твой папаша в Вьетнаме не умер! Геймер! Твой папаша не решился, как мужчина умереть в Вьетнаме! Чё? Блин, ты это прикол не видел, что ли, тупица? Чё ты несёшь? Ты должен сказать yes, sir! Да, sir! Что ты несёшь? Твой папаша, гнида, не решился умереть в Вьетнаме? Чё? Никак нет, сэр! Что ты несёшь? Я не знаю твоя хва, пацаны. Пацаны, блин, человек... Это мем. Какой мем сейчас? Беру защитную ты, такой, ты такой тупой, блин, отвечаю. А, yes, sir! Сэр, да, сэр! Я знаю, угорал. Сперва сделал вид, что типа не знает, а потом типа якобы угорает, бомжара тупая. Типа я знал. Отстал X. Не геймер X, а отстал X. Отстал X. СВД никогда не подводит. Кто? За брат, что? Брат! Брат-то чё? Ну всё, я всё не сомневался. Мы чуть челлендж не провалили. Опять я затащил, второй раз подряд я затащил. Ну запомни, будет момент, тот момент, когда ты скажешь, геймер, ты затащил. Мне кажется, ну не в этой катке. Мне кажется, не в этой катке. Не, ну блин, кретин же. Где мой СВД? Я забрал. Азам, опустись. Удачного стрима. Опустись, не стани меня. Сам опустись. Ну отпустись, Азам, ты сейчас можешь проиграть. Проиграет лохи, а я затащиваю. Азам. Не, это если мы выполним чат, просто максимально лайки, подписки и все остальное. Уже опять Азамат Агай тащит. Азамат Агай. Хэштег Азамат Агай. Прям ну, поставьте лайк. Ты видишь, ты просто. Ты это. Играешь в нее. А ты впукаешь в нее, да? Я просто ногами играю пальцами. Понял? А почему ты меня поднял там, а я тут? Ты где? А, не понял. Это все потому что. Потому что. Представься, вот тебе сделали ДНК-тест на твою, этот, ну, типа, расу, на расу твою сделали. И ты узнаешь, что ты казах. Понял? Опять умер. Я тебе клянусь, у меня тут двое приехало. Ну, посмотрите, опять умер. Я не знаю, друзья мои, с этим человеком невозможно что-то тащить, GS. Просто, блин, бомжара тупая ходи просто. Ходи меня. Не могу тебя понять, меня вот, подождать придется. Я говорю, мы не выполним челлендж. Это проклятие на мне. Не, я-то могу выполнить, вот ты точно не выполнишь ее. Ты думаешь, ты возьмешь сам топ-1? Блин, с тобой не возьму, я сам возьму дуо топ-1. Не, я говорю, со мной не возьмешь же. А, ну, не крыса, а просто мразота. Геймер, можно подарок, нельзя. Нельзя. Это мороз. Пошел ты нахер, идем сюда. Тут пообщаемся. Общаемся. Черт, да. Чат, напишите в чат. Вот от 1 до 10. 10 мы сейчас топ-1 возьмем, 1 мы не возьмем топ-1. Не дай бог, чтобы он затащил. О, привет, все, строительство. Плохо, брат.
это чепушило? У нас 9 пишет, чел. Дебил. Азамата, хай. Я не понял, че. Это чупушило, где сидит, я понимаю. Все, выпускайте кракена. Распускайте кракена. Тебе помочь или ты сам справишься? Без тебя пока что справляюсь. Ладно. Тут Крещо звонит. Мне просто дайте совпадение. Сейчас тут попозже брат решение. Сама, поставьте лайк. Еще не готов. Я не понимаю, почему у меня навык второй раз не еще не готов. Я думаю, я тебя смогу поднять. Блин, такая бомжа, блин. Иди подними сзади, 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 сзади же! Ну сзади же, зачем ты туда идешь? А мне тут за 400, а за... Ну там же челики, перед тобой слева челики. Ну что ты будешь делать? Ты же умрешь сейчас. Как это сзади нету? Где ты сзади за 400 метров поднимешь? Почему я не могу отправить донат? Почему там нельзя было, а тут можно? Так я иду за монетами. Навык а тут где монеты ты увидел? Ну я думаю, тут монеты по-любому есть. Крутые игроки GamerX. Да не говори, да крутые игроки GamerX. Вообще не произноси слово крутой игрок и GamerX. Сейчас как бомжара сольется, бля. 1200 урона, 3 килла, красавчик. Ну так нормально. Говно полное. Меня два негра зажали. Теперь ты меня спасай. Там монеты есть, слева и справа. Сяд, возьмем топ-1, нет? Да отвечаю, опять мне вдвоем зажали, это вообще несправедливый момент. Не ори, да, пожалуйста. Потому что чат, вы меня проклинаете, блин, сидите, блин, из-за вас я сливаюсь. Ты просто сам проклятый. Да это не, это просто, такого не может быть, почему именно у меня фулспад? Ты чё, дурак что ли? Я в шоке. Еще 200 метров. Хэштег Азамат. Ага, тащи. 200 монет в конце фабрики есть еще. Вон монеты. Давай, давай. Навык еще не готов. Ты знаешь, что делать. Ты знаешь, что делать. Ты знаешь, что делать. Ты знаешь, что делать. Просто это наш топ-1, друзья. Я же сказал, проклятие ушло, чат. Это наш топ-1. Уалейкум ассамаков. Если мы сейчас не затащим, это полный бред. Я тебя прошу, просто ради всего. Держись. Держись, держись, держись! А меня! Меня забыл. Пожалуйста, я молю. Пожалуйста, возьми топ-1. Давай. 1-1.
Да, мы взяли топ-1! Ну ты взял, и я тоже взял. Просто сейчас, проклятие ушло, мы взяли топ-1. Спасибо за донат. Не, аноним, огромное спасибо, да, что спасибо. Смотрите, друзья мои, вам не кажется, что в этом топ-1 играл только один человек? Вам не кажется? Мы тащили вместе же. Вам не кажется, что кто-то один играл в этой катке? Ну, единственное, да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тебе всем удачи и всем пока-пока.